уже порадоваться за Арсенал, но объективным результатом в этой игре стал вот похожий момент, когда Алессандро Тудори не воспользовался таким же шансом, как и Халанд, прошу прощения, во втором тайме не удалось убежать румыну, а удалось забить в результате другого момента. По ходу опасных атак, которые вот сейчас мы с вами смотрим в подготовленном моими коллегами саммари этого поединка, видим большое количество опасностей и у той, и у другой команды. Пару раз за Арсенал сыграла стойка ворот. Михаил Левашов тоже здорово потрудился в своей работе. Ну а так был открыт счет в этом матче. Сергей Ткачев перехитрил защитников, здорово отобрал мяч, отдал его Ламику Банда. И 29-й номер не сплоховал в завершении. При помощи дриблинга организовал забитый мяч в этом поединке. Во втором тайме некоторым территориальным преимуществом владел Red Bull. Несколько по-настоящему опасных моментов австрийский клуб создал у ворот Михаила Левашова, но забить сумел только однажды. В свою очередь, во втором тайме Даниил Лесовой, именно он сейчас вот наносил удар по воротам со средней дистанции, вместе с партнерами угрожал противнику. Ну а так Red Bull отыгрался в самой концовке, уйдя от поражения в этом контрольном поединке.